Здравствуйте, мои дорогие! Я только что вернулась с почты и прям не переодеваясь. Мне пришла посылка. Сейчас я... Видно меня будет, нет? Посылку мне прислала Людмила Долинина, которая в розыгрыше выиграла керамическую бутылочку. Мои дорогие, я вас ни в коем случае не призываю отправлять мне посылки. Но как же приятно. Вот такое внимание от людей. Я не могу. Ну что, открываем? Ой, Людочка. Упаковала, прям смотрите, в коробочку. Ой, порвалась. Бумажечку завернула. Ой. Ну, раз порвалась, ладно. Смотрите-ка, и коробочка. Я прям открываю. Сколько тут всякого. Люда, ой, спасибо. Лаванда здесь. А я думаю, пахнет. Ой, слушайте, вы посмотрите. Вы посмотрите. Связано крючочком всякие штучечки. Тут вышито. Видите, что у меня не развязывается. Ой. Никак. Ой, такие прям это мешочки из органзы. А тут еще узелок. У меня аж руки трясутся. С ума сойти, ведь я вышла. Ой, какие у нас девочки-то рукодельные, а? Мелисса на третьей. А тут по-другому связано. Ой, я вот не умею крючком такие штучки вязать. Ой, ну просто посмотрите. Ой. Посмотрите, какие чудо-женщины у нас. Это же, ну... Это саше, да, называется ведь? Надо ведь, а? Ой, Люд, спасибо. Прям, ой, порадовала. Как я люблю, когда люди делают руками. Ой, прям чудо.
Ой. Ой. Господи, такой. Девчонки, смотрите, мальчишки. Смотрите, какой магнитик. Вы посмотрите, он же фарфоровый. Видно вам? Видно? Смотрите. Там колокольчик. Там колокольчик. Ой. Чудесный. Чудесный просто. Ох, Люд, спасибо огромное. Ой. Смотрите. Смотрите. Пузыречки маленькие. Смотрите, какие маленькие. Ох, я обложилась тут вся, да? Ой, какие хорошие, с резиночками. Ну, мы найдем им применение. Хорошенькие очень. Ой, а это что? Так, это... Чебрец. С ума сойти. Какие-то прям плетеные какие-то веревочки, все. Люд, это вы сама так плетете, что ли? Вот такие прям веревочки-то. С ума сойти. Ой, сейчас разложу. Вы видите? Вы видите, что творит? Чебрец. Ой, Люда. Ой, спасибо. Ой. Вы видите, что это? Ой, видите? Тележечка такая. У меня прям сегодня такой прям праздник. Спасибо, Люда. Просто вот, ну, чудо прям. Спасибо огромное. Вот. Так что прям одни подарки у меня. Вчера кот или кошка, не знаю, мы никак не разберемся. Сегодня Людочка вот мне посылочку такую прислала. И вообще все здорово. Я не, вообще не могла ожидать, что у меня будет почти уже 2000 подписчиков. Ой, ну прям не могу такие штучки. Людочка, какая молодец. Ой, я вот не умею так. Такие прям прикольные. Видите, такие хорошие. И вообще, всего вот 7 месяцев назад я представить себе не могла, что меня будут окружать вот такие люди. Посылки мне шлют, а? Смотри, все прям... Ой. Спасибо, Людочка, большое. Спасибо.
все мои дорогие подписчики, вам спасибо им и новым, и моим уже старым друзьям. Всем спасибо, я вас очень люблю. А я пойду богатство разбирать. Спасибо большое. Ой, ну вообще, ну такая. Все, это моё.